Всем здравствуйте! Сегодня у нас Викторинокс, и это нож Рейнджер. Ранее показывали большую линейку от компании Викторинокс, Рейнджер Грип. Очень многообразно, от простого складного ножа со штопором до очень насыщенного наполнения. И сегодня у нас отдельный нож под названием просто Рейнджер, и давайте расскажем и покажем именно про него. Корпус Solidor, полировка, все красиво, марка и очень хорошо подвергается царапинам, поэтому, поскольку модель новая, будем показывать в раскрытом состоянии, аккуратно все раскрыли, будет, я думаю, информативно. Кольцо для подвески на ключи или на что-то другое. Штопор стандартный. Рядом с ним есть инструмент, напоминающий маленькое долото. Имеет однообразную заточку. И выглядит вот таким вот образом. Маленькая отвертка здесь же рядом, многоцелевой крюк, шило со сквозным отверстием. На оборотной части открывашка для бутылок, в основании ее имеется прорезь, с помощью которой легко снимать изоляцию из провода. Консервный нож, ножницы, пила для дерева, надфиль и пила по металлу, большой и малый нож, зубочистка и пинцет прячутся в этой части. Этот элемент уже является вполне стандартным. Вот такой вот нож Рейнджер от компании Victorinox. Всех благодарю за просмотр и до новых встреч. Пока!